Сразу ложится. Вот они, красавцы. Ох, ничего себе. Смотри, вот это самое легкое, малыш. Хороший обзор сбоку, да? Называется «Немое кино». Все, приготовления начались. А у нас покатушки на работе у Вовы. Артурчик улыбался. Надо срочно нам домой такое кресло, Артурчик сказал. Чтобы кататься. Да. Так и это, в зале, помнишь, кресло стоит обычно, мягкое. У нас кресло на колесиках вбивает в зале, да, он катается на нем, любит тоже. Он залазит, и его надо катать. А порой сам толкает его. Что? Со всей силы. Хочешь покатать? Ну на, покатай. Посади его одного. Будет он сидеть? Или он любит толкать? Сразу ложится. Вот это комфорт. Скажи, какое здоровенное кресло. Тебе идет черный, Артурчик. Слазишь? Она сам хочет потолкать. Потолкать. Для него все машина. Он коляску сидит. Все, вот кресло папе надо. Хороший, кстати, стол. Кругленький, закругленный, мне очень нравится, вообще классно. И расцветка мне, кстати, нравится очень. Артурчик! Хочешь, чтобы весь пол вытереть, папе? Тому занятие. 5 колес. Ой-ой-ой, пальчики, осторожно. Артурчик, что ты там делаешь? Что ты там делаешь? А? Ты это делаешь? Столом уже на 3 часа. Так прикольно. Артурчик, пришел проверять, что у мамы на кухне тут вот делается. Так, ну-ка давай-ка посмотрим. Так, ты смотришь свою любимую стиральную машину. А я покажу, вот жарим котлетки. И самое любимое это нутрис. И вместо лука сегодня чеснок, потому что лука нету. Вот они, красавцы, очень красивые, очень аппетитные наши котлетки. Так что будет сегодня у нас картошечка, квашеная капусточка и такие наши котлеточки-лепешечки. Так вкусно. Так, картошечка уже куда-то убежал. Арина, куда Вова пошел? За посылками. 2 посылки пришло. Пошел забирать. Он сказал, ну иди скач, пошел. Ну-ка, Артурчик. Ух ты, нажимай, нажимай. Только пальчики туда не надо сунуть. Что, выключила? Леш, все, остановились. Очень интересно ему этот вентилятор. Ох, ничего себе ты включил. Сейчас будем открывать посылку, Артурчик. Приготовился тоже, тут сидит ножницы. Вот и наш паровозик, который мы распаковали. Игрушку для кота распаковали, спрятали от Артура, потому что он готов его был сломать, поэтому мы спрятали. А вот этот паровозик, он играет. Смотри, вот это самое легкое, малыш, видишь? На одну штучку. А у нас этот пришел один, вот этот вот сломан, надо его подклеить. Коробка помятая была, мы думаем, что... Хорошенько так помяли при перевозке. И... Из Китая в Беларусь. Вот это вот сломалось. Ну ничего, мы зафиксируем клеем. Вот, смотри, можно их не соединять, а отдельно пускай будут. Зачем? Все равно будут рассоединять. Так, Артур, да? Кусачка там дерет косяк. Смотри. Так, сколько деталек мелких, да? Мелковат немножко, конечно, паровозик. Ну ничего. Уже пришел. Назад не отправишь. Но он яркий. Главное, чтобы он игрался. Вот так вот можно перекладывать туда-сюда. Снимать, одевать. Он будет только снимать. Ну, научится, будет назад ставить. Скажи, малыш. Он в коробку складывает назад. Скажи, будем назад отправлять. Мелковат будет паровозик, он так? Не сложит, а коробку порвался. Видно, тут клеем пистолетом. Ты сколько вы будете бегать туда-сюда, а? Все подрали. Артурчик у нас любитель тоже на полу поваляться и покатать машинки на полу. Видимо,
Хороший обзор сбоку, да? Кстати, понравился ему этот паровозик. И он играет с ним целый вечер. А мы тут с Вовой собрались снимать рецепт классного соуса. И в новом формате хотим попробовать, да. Называется «Немое кино». Вот, мы так решили поснимать. Не мое кино. Нет, оно наше кино. Но да. Вот, а что получится, я не знаю еще, не монтировала. Будем сейчас пробовать первый раз. Самим интересно будем даже. Применять все-таки свою GoPro-шку. А то постоянно на телефон. Ты знаешь, что наши GoPro-шки уже больше года. Да. А мы ее особо не применяли. Будем применять. В чем проблема? Вот сейчас и применим. Для бумажных сюрпризов применим. Все, главное, Артурчику понравилась игрушка. Вот, будем на нашем столе. Что на нашем? Это мой стол, который мы долго-долго ждали. Заказывали. С России нам приехал, да? С России. Да. Да, 2 месяца ехал. Видимо, его там сразу делали. Да, очень долго. Но дождалась. Стол классный. Но я хотела, там был с закругленными. Вот такими вот углами. Без углов, в общем. Но не получилось. Кстати, нету уже вот этой вот. Слетают вот эти штуки очень быстро. Просто Артур их отколупит. Ну что, Артурчик, тебе уже интересно, что мы будем делать? Я тоже хочу. Так? Они тут есть. И Арине уже интересно, они да? Они будут есть, короче, эти бончики. А что ты там грызешь, Артур? Ты зачем? Глянь, уже грызет вот эту штучку деревянную. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот тут она должна стоять. Мороженое. Вы тогда помните, типа, хотели показать мороженое, но я поняла, оно теплое, это было не мороженое. Мы тебя не разыграли, да? У нас из красивой посуды вот это самое красивое. Да. Ну, зато она есть. Все, приготовления начались. Посмотрим, что получится.